Здравствуйте, уважаемые коллеги! В сегодняшнем ролике мы расскажем вам о первом этапе техпроцесса полировки бетона. Он называется «Снятие неровностей и вывод поверхности в ровную плоскость». Для решения данной задачи мы используем Frankfurt GFB 2.0. Если у вас машина SO, то есть аналогичные фрезы. Frankfurt GFB 2.0 окрашен в красный цвет, имеет 6 традиционно расположенных сегментов с зерном 1600 на 1250 микрон. Это соответствует 12 грит. Главное предназначение этого Франкфурта – это грубая обдирка бетонной поверхности и подготовка поверхности для нанесения полимерного основания или пропитки. Также он используется для снятия больших припусков или снятия мелкого кварцевого песка. Мы будем с его помощью выравнивать поверхность, полученную после работы когтем. Вы видите, как эффективно работает Frankfurt GFB 2.0. Поверхность преображается прямо на глазах. Как правило, именно с этого Франкфурта начинается предлагаемый нами техпроцесс полировки бетона. Как видно, следы когтя практически убраны, но тем не менее, после работы этого инструмента на поверхности остаются еще заметные царапины глубиной до 0,95 мм. Однако основная задача данного перехода выполнена – поверхность выведена в ровную плоскость. Итак, мы готовы перейти ко второму этапу техпроцесса полировки бетона, а именно к устранению глубоких рисок, оставленных переходом GB 2.0, о котором мы расскажем в следующем выпуске. До скорой встречи! Подписывайтесь на наш канал, и если понравился сюжет, ставьте лайки!